Всем привет! Меня зовут Андрей Безбилетный, и сейчас я покажу вам, как я веду свадьбу. Начинаем наш свадебный банкет. Меня зовут Андрей, я сегодня буду ведущим на этом мероприятии. Сейчас я буду смотреть к вам, буду общаться с вами и измерять ширину вашей улыбки. Звали друга Винни-Пуха. Пятачок. Назовите самый большой материк. Евразия. Евразия. Что изображено на эмблеме компании Apple? Яблоко. Яблоко надкусанное, конечно, поправляю. У тебя тоже будет вопрос, подожди. Марина, кто из философов в 1864 году написал музыку на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Заклинание и зимний вечер»? Ну что, вот и все. Закончилась эта свадьба. Увидимся, друзья.